Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой крали в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон. Помнишь, по камням босиком, ты в папином трико, как это далеко. Знаковые даты встают, их тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим воздух невыносим. Модный темный узкий подъезд, здесь делили воду и крест. Я забыла, как говорить, правда. А как зовут тебя, помнишь еще? Я надеюсь, что сейчас вспомню. Придумывайте себе новое. Давай, фиксируй еще. У тебя есть кошечки на коленках. У меня есть кошечки на коленках. Все хорошо. Как зовут тебя? Класс, класс. Подождите, эйфория, это же замечательно. Пусть побудет в эйфории. Это на самом деле что-то нереальное, боже мой. Класс. Что происходит? Кто-нибудь скажите мне, где я? Что происходит? Ох, как я люблю, ох, как я люблю. Сильные, да, эмоции вообще, да, невероятные. Обожаю. Меня зовут Ксюша. Так, уже успех. Уже какой-то прогресс. Уже сдвинулись с места. А сколько лет вам, Ксюша? Мне 12 лет. 12. Ну, Ксюша, смотри, можешь воспринимать информацию? Выдавать, если пока не можешь, можешь воспринимать. Послушай нас. Я сейчас воспринимаю ее как никогда. Просто я все, я вижу мухи за километр, которые пролетают. Я все секу, что происходит. Отлично, восхитительно. И я без лишних слов скажу, что я выбираю Максима Фадеева. Вот так.